Быть мамой 4 сыночков и лапочки дочки – настоящее счастье и самая ответственная и почетная миссия для Аллы Бабич. Несмотря на то, что ее дом – настоящий детский сад, она чувствует и понимает каждого с полуслова и с полувзгляда. И это весьма оправдано. Для своих детей Алла Анатольевна и друг, и надежная опора, и просто самая лучшая мама, которую всегда поддерживает любящий муж и отец семейства. Если есть надежный муж, можно воспитывать детей. Потому что это опора, поддержка и помощь маме. Ну а так, горжусь своими детьми. 2 взрослых детей, 23 года, в Бресте работает, 21 год уехал в Москву, в Шереметьево работает. Младшие учатся, вот самый младший в садик пошел. Секретом семейного счастья для меня является в первую очередь любовь. Любовь между родителями, любовь к детям и любовь детей к родителям. Поддержать и научить, воспитать и окружить заботой, любить и всегда прощать. Многодетная мама Елена Голубева живет именно по таким принципам. В своем роде она не первая, кто был удостоен получить почетную награду. У бабушки тоже есть орден матери. Она растила детей на хуторе, без магазин, без аптек. И 6 детей у нее выросло. Семейное счастье невозможно в моем понятии без христианства. То есть именно вот сейчас год тысячелетия, как раз установлен памятный знак Брестской Библии. И характер, конечно, в семье должен быть таким смиренным, друг другу уступать. Считаться с мнением других. В торжественной, одновременно официальной обстановке в канун празднования тысячелетия города над Бугом 9 прекрасным представительницам женской половины были вручены государственные награды, ордена матери за труд, за подаренные жизни, за достойное воспитание. Вручая награды, глава администрации Московского района Вячеслав Дашкевич отметил, подобные мероприятия всегда вызывают чувство гордости и радости за то, что в нашем городе живут героические женщины. Вручение ордена матери у нас уже стало традиционным. И радует то, что мы уже ежегодно вручаем его дважды. Сегодня второй раз в году мы вручаем эти ордена. Сегодня у нас 9 награжденных. Всего по Московскому району уже 286 мам имеют ордена матери. Создание именно многодетных семей – это действительно маленький подвиг, потому что родить и вырастить детей – это достаточно сложно. А вот это количество ежегодное награждаемых нами матерей говорит о том, что у нас в государстве созданы достаточно хорошие условия для именно рождения детей, для поддержки многодетных семей. В такие торжественные моменты мамы окружены вниманием. В такие минуты они вновь испытали чувство гордости за свою семью. Каждая семья, как на земле, не напишешь, какой план. Вот. Но хотелось бы вот все эти планы и то, что вы хотите реализовать, чтобы у вас реализовалось. У нас сейчас есть все возможности, начиная с рождения ребенка, и школьные учреждения, вы знаете, открываются, и школьные. И все эти возможности, чтобы вы реализовали, чтобы вот эти надежды и планы, которые вы ставите в своих семьях, на своих детей, чтобы они реализовались, чтобы вы были счастливы, чтобы наше государство это было процветало. Юлия Селюк, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания Буг ТВ.